Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. Находимся напротив автотранспортного колледжа. И в этом месте вроде бы как находится остановка. Почему вроде бы как, объясню. Здесь нет ни расписания движения автобусов, никаких элементов благоустройства. Тем не менее, здесь стоят люди. Интересно, кого они ждут? Автобуса нет, тышки, да. Ах, вот какая штука получается. Вот там останавливаются автобусы. Здесь, по словам людей, останавливается маршрутное такси. И для меня эта мелочь, если честно, запутанная. В сквере Дворца культуры машиностроителей мы увидели вот эту бетонную форму. И, конечно же, нас заинтересовало, что раньше на ней стояло. Можно, мне кажется, если ДК было маззавода, то здесь, наверное, что-то типа вышки, наверное, стояло. Мне так кажется. Ну, не помню, честно. Точного ответа на вопрос мы не получили, хотя спрашивали у людей в возрасте. Например, мне помнится, что здесь стояла большая ваза. Но это, опять же, не точно. А значит, и мелочь это интригующая. Находимся по адресу Красноармейская, 1. И я хочу, чтобы вы обратили свое внимание вот на эти электропровода. В особенности, на каком расстоянии они находятся и как они заизолированы. Броню убьет? Да. Увиденное меня тоже испугало, поэтому-то мы и решили показать вам эту мелочь. И она, конечно же, требует вмешательства. Рекламный партнер рубрики «Мелочи жизни» – компания «Уралинпром», производитель полистиролбетонных блоков, перемычек и перегородок.